Всем приветик, с вами Кэти Лакс. Посмотрите, какая классная игрушка. Делается она очень просто. Хлопаешь по ней, и она меняет цвет. Это так прикольно! Этой игрушкой можно удивить своих друзей. Не забывай подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. Мне будет очень приятно, а ты не пропустишь новое видео. Берем небольшой лист бумаги прямоугольной формы. На нем делаем набросок и вырезаем будущий рисунок по контуру. Лучше взять небольшие ножницы с закругленными концами. Так будет удобнее вырезать рисунок. Вот такая вот дырочка в виде грибочка у меня получилась. Теперь складываем края. Боковая линия, которую я показываю, должна касаться края вырезанного рисунка и заходить за нее буквально на 1-2 мм. Сложили оба края, переворачиваем заготовку и намечаем будущий рисунок. Меняю поля в заготовке, то есть второе поле выходит на передний план, также по контуру обвожу грибочек. Раскрываю заготовку и карандашиком намечаю, где у меня будут располагаться мордашки грибочка и пятнышки на шляпке. Разукрашиваем рисунки, можно выбрать контрастные цвета для шляпки, я выбрала красный и зеленый. Берем небольшой лист бумаги или картон для того, чтобы не испачкать стол. Переворачиваем заготовку и обводим по контуру отверстие. Складываем заготовку и линии хорошенько проглаживаем. И теперь линии изгиба необходимо проклеить клеем. Лучше взять клей-карандаш, он быстрее сохнет и не мочит бумагу. Пока заготовка сохнет, необходимо обрезать уголочки у каждого из полей. Если ты хлопаешь по игрушке, но она не меняет цвет, попробуй сделать игрушку меньшего размера. Кстати, хлопать надо очень сильно и резко.